сарай разрушается. Он теряет свою историческую значимость, он теряет свою культурную значимость, и он теряет, к сожалению, свою туристическую значимость. У меня у самого бахчисарайские корни, и этот город мне по крови близок, поэтому решил, что не нужно горевать и плакать, не нужно причитать, а просто нужно брать и делать. Самое важное – это стена. Г-образная историческая стена. Местами она доходит до 7 метров высотой, но основание, по заключению историков, археологов, имеет около 400 лет своей истории. То есть эта стена помнила расцвет Крымского ханства. Ее величественность, ее конструктивная правильность, архитектурная грамотность говорит о том, что здесь было нечто очень грандиозное. Толщина в основании около 1,5 метров, а то и глубже. В этой части исторически находилось сердце торговли. Это были базары, бахчисарайские, городские, известные еще со средних веков. На этой территории Бахчисарая располагались три базара. Ашлык-базар, Соган-базар и Туз-базар. Плюс здесь располагались как минимум три караван-сарая и множество ремесленных лавок. Бахчисарай не мог расцветать без торговли и без ремесла. И он бы не был настолько известен не только военными походами и доблестной историей, но еще и своим ремеслом. Вы правильно сказали, восстановить, сохранить и популяризировать. Вы знаете, Бахчисарай на сегодняшний день, благодаря тому, что есть ханский дворец, можно увидеть некие сегменты дворцовой жизни наших предков. Но Бахчисарай — это же не только ханский дворец. Бахчисарай — это народ, который здесь жил. Это куча кварталов, которые отличались каждой своей самобытностью. Это шумная базарная жизнь, это торговые лавки, это ремесло. Вот это мы и хотим здесь показать. То есть он должен окунуться в некое живое действо. Он будет видеть живую торговлю. Он сможет поучаствовать в этой торговле, насладиться настоящим бахчисарайским кофе и сможет отведать настоящих бахчисарайских чебуреков. Более того, мы предлагаем молодежи, творческим ребятам, те, которые ищут себя, но не могут заявить, некую площадку, сцену, для того, чтобы они могли ее использовать и могли показать и раскрыть свои таланты. Здесь будут образовательные кластеры. Здесь будет зеленый свет молодым мастерам. Дерзость нашего проекта, скорее всего, в том, что мы миксуем историю, старые материалы и радикально современные минималистические включения. Большие стеклянные пространства, интерактивные инсталляции, подсветка и само некое театральное действо. Поэтому вот эти все сегменты натолкнули на мысль, чтобы мы не уходили в глубокую реставрацию, потому что 100% достоверных данных, на чем нужно базироваться при реставрации, никто не найдет и не предоставит. Часть есть, часть нам удалось найти нетронутым практически, но львиной доли здесь нет. Будем восстанавливать по фотографиям и уже восстанавливаем. От того, чего невозможно увидеть, будем домысливать и делать абсолютно новые вещи. Начать и
И, наверное, самым сложным будет закончить. Была большая проблема по поиску черепицы. Я никогда не знал, что то, что выбрасывалось 10 лет назад или 20 лет назад, как мусор, сейчас представляет такую ценность. Почти на вес золота каждая черепичка. Народ откликнулся. Благодаря именно простым ребятам удалось собрать вот практически уже почти 600 квадратных метров старой черепицы. Самым сложным этапом будет реконструкция завалившихся стен. Дальше продолжаем работать. Впереди такой широкий этнографический аспект, сбор по этнографическому материалу. Здесь будем работать по костюмам, одежда. Именно одежда простого ремесленника, простого торгового люда. Будем работать с интерьером и наполнением ремесленных мастерских лавок. Будем работать над восстановлением Бахчисарайской кофейни. Хотим, чтобы в Бахчисарае появился вот такой интересный, притягивающий объект. Мы хотим показать прежде всего нашей молодежи, которая исключительно быстро забывает о своих корнях. Не будет продолжения истории среди молодежи, ну, дерево быстренько высохнет, поросли никакой не будет.